Драгоценное доброе утро. Я приветствую вас любовью Иисуса Христа. И давайте по сложившейся традиции обратимся к Слову Божьему. Это книга Откровений, 1 глава, с 9 по 11 стих. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам“». Драгоценное слово «воскресное», которое мы видим здесь, это греческое слово «кюрикос», которое переводится как «Господень». Если мы прочитаем другой перевод, более приближенный к оригиналу, то там будет буквально звучать как «День Господень». И в книге «Бытие» мы видим, что Господь как-то по-особенному выделил этот день. Написано во второй главе, что Он благословил его, освятил его и отдыхал в этот день. И Иоанн здесь и продолжает, что именно в этот день он получил откровение. Именно в этот день он получил послание, которое мы читаем сегодня, на основании которого мы строим сегодня свое учение, свои представления о последнем времени. Мы видим здесь эсхатологические события, которые будут происходить в последнее время. И сегодня мы тоже пойдем в церковь. Сегодня мы тоже как-то по-особенному для себя выделили этот день, День Господень. И хочется сегодня, знаете, как-то быть по-особенному чутким, внимательным к Слову Божьему, чтобы тоже услышать этот громкий голос позади себя, чтобы услышать послание, которое сегодня будет обращено каждому из нас. Именно этот день сегодня Бог отделил для того, чтобы говорить со своим народом. Драгоценный, благословит нас всех Господь духовным восприятием истин Божьих. Во имя Иисуса Христа, с любовью, из города Белово. Хорошего всем дня. Аминь.